Юбилейная линейка прошла в одной из старейших школ города. Основанная в 1937 году, средняя школа-гимназия номер 11 в этом учебном году встретит свой 85-летний юбилей. Учебное заведение взрастило не одну плеяду знаменитых людей, внесших неоценимый вклад в развитие нашего многонационального государства. О том, как прошел День знаний в стенах учебного заведения, расскажем в следующем сюжете. В этом году к учебе приступают 1315 школьников, среди них 140 первоклассников. В этот особенный день новобранцев и всех присутствующих поздравила с началом учебного года директор учебного заведения. Очень хочется особенно поприветствовать сегодня наших первоклашек, для которых сегодня прозвучит первый в их жизни школьный звонок, который призовет их к началу яркой, насыщенной школьной жизни, к школьным будням с новыми достижениями, ответственными и серьезными шагами. В этом году ученики начальной школы будут получать знания в новых современных кабинетах. Этим летом в здании начальной школы был проведен капитальный ремонт на сумму 88 миллионов тенге. На глазах преобразуется наша школа, и к началу учебного года проведен капитальный ремонт здания начальной школы, спортзала, текущий ремонт в основном здании. За последний год приобретены кабинеты робототехники, кабинет физики, мебель в классные кабинеты. Создается комфорт и уют во всех помещениях для учеников и сотрудников школы. Одним из главных приоритетов в обучении является полиязычие, которое внедряется в школе в виде изучения казахского, русского, немецкого и английского языков. В этом году школа попала в список топ-100 лучших школ Казахстана. 1963 года углубленное изучение немецкого языка начинается уже со второго класса. А в 67 году, в 97 году школа была включена в проект по проведению экзамена на получение международного языкового диплома второй степени по немецкому языку, которая давала возможность учащемуся, ученику, выпускнику школы поступить в высшие учебные заведения Германии, Австрии, Чехии. Пришедшие на линейку родители отметили высокий уровень образования в данном учебном заведении. Два сына ходят в эту школу. Мне очень нравится эта школа. Наконец-то мы дождались ремонта. Наконец-то в этом году. Все учителя хорошие, образование мы получаем качественное. Хотелось бы пожелать родителям в новом учебном году терпения, успехов для ученика и всего самого наилучшего. Я поздравляю всех с Днем Знаний. Сегодня мой сын пошел в первый класс. Мы очень рады, что выбрали именно эту школу. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Прекрасный педагогический состав и отличный родительский комитет. Все очень дружные. Также мы очень рады, что в этом году в начальной школе сделали хороший ремонт. Нам нравится. За последние 50 лет гимназия выпустила 186 отличников учебы. Школа гордится своими выпускниками. Это врачи, педагоги, ученые, юристы, бизнесмены, спортсмены, поэты, которые трудятся в разных концах света. Анастасия Евсеева, Жанна Дельсагиев, телеканал Актюбе.